Об этих и других событиях подробнее. Начало Кавказского хребта власти Анапы решили обозначить стелой. Это поручение мэра Сергея Сергеева уже выполняют специалисты. Они приступили к установке стелы. Строительство ведется на площадке по дороге из Анапы в Варваровку. Рядом со стелой агрофирмы «Кавказ». Новый объект в ближайшее время станет еще одной достопримечательностью курорта. Здесь есть место для остановки экскурсионных автобусов. Стелла будет обозначать начало Семисамского хребта, который входит в Большой Кавказский хребет, непрерывную горную цепь, тянущуюся с северо-запада на юго-восток от Черного моря до Каспийского, длиной более чем 1100 километров. На Семисамском хребте уже установлены поклонный крест Андрея Первозванного и мемориальный комплекс памяти Дмитрия Калинина. Работы по установке новой стелы завершатся на днях, а презентацию нового объекта приурочат к открытию курортного сезона в Анапе 8 июня.